грозный и могущественный. Так звучит настоящий царь зверей. Лев Алтай, который на днях отметил свой день рождения, ему 11 лет, и натолкнул одного из сотрудников зоопарка на создание необычных рингтонов. Кстати, поговаривают, что местные работники уже установили рычание Алтая на звонок другого царя зверей, руководителя лесной сказки Сергея Писарева. Наша маленькая ворчунья, сурикат Буся, это она требует внимания от наших работников. Она крайне недовольна, когда они проходят мимо, они заглянут к ней, не почешут ее за ушком. Гусята. А еще гусята, курицы, цыплята, ворчание леопарда Елисея и любовное послание ослицы Маши своему избраннику. Пока 8, если можно так выразиться, мелодий на звонок, смс и будильник. Наверняка многие подумают, так себе просыпаться под кряканье уток, а вот сотрудники зоопарка уверяют, что спрос на рингтоны уже есть. Очень часто от наших подписчиков и от наших гостей мы получаем информацию о том, что их утро начинается с наших публикаций, с постов о наших животных, с видео, с фотографий. И, конечно же, многие из них с огромным удовольствием приняли от нас такой подарок и уже установили себе на будильнике вот эти мелодии. И гораздо проще просыпаться и задавать положительное настроение на день под звуки своих любимых животных. Будут и другие рингтоны, однако, говорят сотрудники зоопарка, не так просто подловить животное, ведь звучание должно быть не злобным, а доброжелательным. Кстати, в социальных сетях люди уже пишут, что очень ждут петуха на будильник и зебру Васю, но он не особо разговорчив. Добавим, что рингтоны с голосами обитателей зоопарка в свободном доступе. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком.